испытания, соревнования, вы будете соревноваться друг с другом или будете в одной команде играть вместе и достигать каких-то целей. Но сначала, перед тем, как кататься, всегда нужно сделать разминку небольшую, да, чтобы не получить никаких травм, чтобы мышцы были растянутые, тепленькие. Сейчас мы этим и займемся. Хорошо? Если что, ставьте
делать сейчас фонарик. Ну, уехать. Сначала делаем 4 комнаты, потом делаем 4 комнаты, делаем 5 комнат. И так далее, ладно? Смотри, не на меня. Стой, я еще раз ставил. Встаем, блин, отлично. Я еще раз ставил. Давай. Хорошо. Ура, я на пала. Меня смотри, вперед. Так. Ну не задел, но опять ран начал приседать. Хорошо. Не спела. Что уж, опять тебя на кругу. Опускаем еще немножко, хорошо?
Потому что расстояние большое, вы можете просто проехать, не увидите. Поехали. А, нет, я проехал. Девушка выбирает. Хорошо.
кидай конус там, кидай конус там, ты сейчас еще раз поедешь. Сегодня очень сильно встали, сегодня было большое занятие. Мы поиграли, разменялись.